Сегодня мэрию Омска атаковал мужчина с кувалдой. На кадрах любительской съемки неизвестный бьет стекла на первом этаже здания. Налетчик молод и современно одет. Полиция уже установила его личность. На звон стекол выбежал охранник и попытался утихомирить нападающего. Ну, вскоре приехавшие полицейские скрутили мужчину и увезли его в отделение. Что послужило мотивом такого странного поступка, неясно. В результате инцидента люди не пострадали, а вот 6 окон выбиты. К ремонту уже оперативно приступили стекольщики. По результатам проверки дознавательное отдело полиции номер 10 МВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по пункту А части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.